Мы приветствуем вас в гранд-отеле «Жемчужина» на 34-й православной выставке-ярмарке «Православие под покровом Богородицы». Каждая православная выставка-ярмарка в Сочи – настоящее событие в духовной жизни курорта. Сочинцы и гости города могут прикоснуться к привезенным святыням, приобрести иконы, православные сувениры, литературу, а также оказать помощь монастырям, приходам и приютам. Это такая маленькая дорожка в храм, ведущая через общественное мероприятие. Здесь приезжают монастыри и храмов из самых разных уголков нашей страны. Они привозят чудотворные иконы, они привозят рукодельные изделия, сделанные монахами. Участники и посетители выставки-ярмарки могут встретиться со священниками, представителями духовных сообществ и социальных служб Сочи, общественных и благотворительных организаций. Выставка – это площадка для приобщения к православной вере, к духовному и культурному наследию православной церкви. И сейчас, наверное, это очень важно. Нам важно объединяться. А выставка, она как раз является фактором, где происходит вот это светлое духовное общение, объединение людей. Все желающие, помимо церковных изделий, могут приобрести грибы, ягоды, мед, фермерские продукты, а еще костромской лен, вологодский текстиль и антикварный фарфор. У нас большое хозяйство в монастыре, и братья больше занимаются хозяйством. Сейчас идет уборка картошки, мы сами сажаем гречку, подсолнухи, у нас масло свое. Все пользуемся своим. Большое подворье у нас, если в монастыре, то вы можете приобрести даже молочку. 34-я выставка-ярмарка «Православие под покровом Богородицы» продлится до 28 октября в гранд-отеле «Жемчужина». Роман Нощенко, Дмитрий Петри. Время новостей.